когда к нему приезжаем. Такие могилы, заросшие ельником. Такой иней. Ладно, идем к нашему участку. Ну вот тут уже более-менее новые участки начались. Вон эти поросшие. Тоже более-менее новые участки. Эти еще не поросли. Ну, конечно, погода такая. 1 декабря. Иней. Карелия. Север Петрозаводск. Да. Зимний папин край. Да. Знаете, Марейка идут впереди. Сейчас надо их догнать. Это я тут со своей любовью фотографии и видеосъемки увлекся, немного отстаю. Явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Су духи праведни, скончавшихся душу раба твоего, спаси, упокой, сохраняй его блаженной жизни. Я же у тебе, человеку, люблю. Твоїми смотриши і воздаяння грішнику узриши, яко ти, Господи, уповання моє вишнього положили, яко прибежище твоє. Не прийде к тебе злое, рано не приблизиться к телесі твоєму, яко ангелам своїм заповість, у тебе сохраняти тебе в усіх путях твоїх. На руках возьмуть, да некогда приткнеши о камінь ногу свою на асти, де Василиска наступиши. І попереше льва і змія, як на мене уповає, збавлю і покрию, як позна ім'я моє, возовет ко мені, услышу його, с ним єсть скорбі, зиму його, і прославлю його, долготою дні сповню його, і явлю йому спасіння. Что-то рано. До автобуса, до отправления еще 45 минут. Ну, приедет он там минут через 40, через 30, через 35. Могли бы там еще на могилке, на могилу постоять. Ну, честно говоря, хотелось в одно место. Поэтому, ну, да, вот можно на елочке заснеженные в инии посмотреть. Красиво.